Всем привет! У каждого есть компьютер, ноутбук. И бывает, что как бы он перегружается сам по себе без принуждения. Ну или не хватает у вас там электропитания. Там, например, у кого-то сети 202, не 220, там 210. Ну, бывает, что тянет за резину все остальное. Естественно, это просто он не настроенный. У каждого стоит балансированный настройки электропитания. Здесь, например, 30 минут отключать то же самое. Сохраняем. Здесь в основном балансированный стоит. Если вот так вот сделаете, будет высокая производительность, электропитание то же самое. И ставите никогда. И еще один вариант. То же самое. Он также здесь вот изменить дополнительные параметры и выйдет такое окошечко. Здесь должно выйти все. Вот жесткий диск. Ставите три ветки. Не три, ну. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А потом USB параметры ставите. USB порта разрешено. Так, экспресс. Управление питанием связи. Все можно поставить, это все вручную. Практически делается автоматически, но здесь можно все ставить. Делаете ОК. В принципе, и все. Он, по идее, должен у вас пошустрее работать. А вот это вот, что связано с диском, он у вас каждые 20 минут отключается. Когда работаете в интернете, не записываете, он сам по себе отключается. Не, ну, как сказать, не компьютер сам отключается, а жесткий диск. Ставите, и все будет хорошо. И будет веселее работать, сами увидите. Всем пока, до свидания. Подписывайтесь, не стесняйтесь.